Всем привет! Сегодня мы поговорим еще о одном очередном баге или лайфхаке, я не знаю, называйте как хотите. В принципе, есть такое, как тайный магазин, тайная лавка, да, и он не всегда появляется. То есть он появляется рандомно, шансом при прохождении определенных там, скажем так, заданий. И появляется довольно не всегда, появляется очень даже редко. Но есть один не такой несложный баг, скажем так, при помощи которого ежедневно вы можете вызывать эту тайную лавку, тайный магазин, так скажем. Есть два проверенных способа, для которых можно, ну, которыми можно вызвать эту лавку. То есть это либо же вот охота дракона, да, и либо же то, что мне удобнее и ближе всего. Это вот 2 на 2. В чем разница? Смотрите, охота дракона и как вызывается? То есть вызывается тем, что вы просто заходите, выходите, заходите, выходите. То есть вы не проходите само задание, а просто регулярно зашли, вышли, зашли, вышли. Ну, например, если с охотой дракона вы, там, например, завтыкали ночью, прошли ее, то вы уже не зайдете. То с 2 на 2 можно, оно работает, даже если пройдены платные попытки. Ну, не платные, а те, которые наградные, да, вот. Здесь вот идут попытки, да, вот мы специально сейчас, специально сейчас пройдем платные, чтобы не было потом вопросов. Да, все, то есть платных нет. Вот еще битва. И уже нет награды. То есть битва без награды. Но, тем не менее, я сейчас специально на видео, то есть я не буду делать никаких там таймлапсов или тому подобное. Я специально на видео сейчас поймаю эту лавку. Дальше я немножко под музычку сделаю, ускорю вариант, чтобы не затягивать время. И когда уже поймаем лавку, мы продолжим. То есть дальше смотрим, как ловится. То есть вы просто берете, открываете 2 на 2. И уходите. И так регулярно. Ну, придется сделать так вот. Ха. Ну, вот у меня получилось поймать лавку прям с третьего раза. Но, в принципе, даже если без хорошего фарта, то есть получается, что, ну, там где-то 20-30 раз иногда приходится в день так поклацать. И все равно вызывается вот тайный магазин вот этот. Ну, тут мне прям вообще фартануло. Это, наверное, на видео, потому что... Да, вот такой вот тайный магазин. В принципе, здесь бывает очень даже неплохо. Можно взять пакты дракона 5 штук за 200 камней. Либо же можно взять камни вот 6 там за 100 камней. То есть, в принципе, очень выгодные бывают предложения. Вот. Так что вот такой вот баг. При помощи 2-2 или же охоты на дракона можно вызывать тайную лавку. При том, что вы просто заходите, выходите, заходите, выходите до тех пор, пока не появится тайная лавка. Так что вот так. Всем спасибо, всем пока, используйте, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!